потек бак. Чтобы доехать до гаража, дома или СТО, можно замазать трещину мылом. Дельный совет от активных комментаторов. Саму же пробоину можно заделать холодной сваркой, эпоксидкой с бинтом или двухкомпонентным клеем. Такие способы дают возможность убрать течь, не снимая бака. Естественно, более надежным будет сварочный ремонт, но это уже более емкий процесс. А есть и такие варианты. Ярик, пиздец! Я ебу там уебало на. Ярик, глуши, блядь! Пизда, бачок, блядь! Бачок потик, нахуй! Ярик, вылазь, нахуй, блядь! Вылазь, нахуй! Тикай!